Всем привет, я нахожусь на Пангане, делаю видеообзор двуспальной виллы с приватным бассейном. Прикольная вилла, новая, очень симпатичная. Мне кажется, что такого жилья на Пангане не хватает, особенно обратите внимание на эти ножки у стола. Супер. Картины прикольные, но в общем дизайн мне нравится, очень все симпатично сделано. Хороший холодильник, комплектация кухни отличная, я уже полазил, поползал, есть все необходимое. И в каждую дверку открывать не буду. В общем, все хорошо. Спальня приятно выглядит. Кондиционеры есть. Есть шкаф, есть столик, да, туалетный. Есть вот такое кресло симпатичное. С каждой спальни можно выйти, покупаться в приватном бассейне. Вот. Вид на горе. Вид на горы. В общем, место прикольное. Так, зайдем еще в санузел. У каждой спальни есть выход в санузел. Санузлы сделаны хорошо. Все новое. Никаких неприятных запахов нет. Так, сейчас зайдем еще до этой спальни. Вот она. Мне, кстати, очень нравятся картины. Я говорю, где картины купили? Она сказала, в Бангкоке. Там на какой-то распродаже. В общем, мне нравится этот стиль. А так, в целом, зеркальная спальня. Все то же самое. Есть выход. Прям сразу можно пройти в санузел. Санузел, как я уже говорил, сделан очень хорошо. Мне все нравится. Единственное, что можно было бы добавить ванну. Ну, в принципе, и так нормально. Так, на этом с самой виллой все. Сзади, кстати, виллы ничего особенного нет. Просто зелень. Окей. Так, еще знаете, на что хочу обратить внимание? Есть ли здесь конвейер? Do you have aircon here? Oh, no. Have. No, only fan. I'm planning, but not say promise in that, because maybe when you say you have... No. Okay. Короче, она говорит, планирует. Я планирую установить, но пока нет. Пока только Hello? Вентиляторы. Два лежака еще здесь есть. Разумеется, она прибирается, когда клиент приезжает. И есть еще парковка отдельно. Давайте зайдем, посмотрим, как тут все выглядит. Вот она. Для байка, наверное, для машины здесь. На этом все. С вами был Лев из компании Boats Me.